домостроение, когда нужно делать ремонтно-восстановительные работы, когда нужно этот слой очень быстро убрать. Вот. Здесь есть два движения грубого, когда тарелка принудительно вращается, и обычного эксцента. Вот. Если мы поставим зерно погрубее, как вот у нас и было на машинке на той, также ставим погрубее, и насколько разница будет видна. На машинку тоже? На машинку, да, на машинку могу, надо. И также при грубом шлифовании вы видите, что пыли практически не было. Я тоже, кстати, не очень. Чем хороша эта машинка? Эту машинку можно шлифовать и можно полировать. А вот, допустим, сейчас сделаю. Видим зеркальную поверхность. Я возьму и сделаю вот так. Все испортится. Теперь, чтобы это все вывести, мы должны пошлифовать и отполировать. И все сделать одной этой машиной. Можно риски еще глубже сделать. Соответственно, любую такую поверхность, эту машинку мы можем сделать одной. И начнем это все исправлять. Я вот возьму сейчас 120-е зерно. Могу также на грубом шлифовании эти все риски убрать. Перешлифовывание каждого слоя мусор нужно убирать, потому что мы этим мусором также нарисуем баранчиков, которые риск потом будет тяжело уводиться. И сейчас возьмем 400-220. Линейка для работы с такими материалами у нас оптимальная, гранат такого вот цвета. О,
вопросик можно у вас по абразиву? Да. А вот рубин еще есть, да, серия, например, абразива? Да. Она по столярке как бы больше. А вообще отличие как бы есть, гранат по столярке? Мне гранат больше нравится, потому что меньше забивается. Рубин может быть чуть более там как бы правильный абразив для дерева, но мне не нравится тем, что он на него забиваемость быстрее. Гранат, он как бы вообще получился изначально для пластиковых шпаклевок, полимерных материалов, грунтов, заполнителей, лаков. А в итоге он на дереве себя показал замечательно. Все правильно. Так, ну сейчас по ходу разберемся. Дальше мы должны поставить 220-е зерно. В линейке абразива Кастуловского мы можем до 400-го зерна сразу делать шаг в 100 единиц. Зашлифовали 120-м, следующий поставлю 120-е. Я буду уверен, со 100% гарантией, что у меня получится хороший результат. Я поставил 220. И такая хорошая абразивка дороже. Я промежуточный там 180 не делаю, а сразу прыгаю на сроки. Успеваемости в середине нету, все распределяется в края. Теперь берем 400-ку. С каждым разом мы видим, что как бы лучше и лучше получается. Особенно когда он будет меньше и меньше становиться, да, какой-то это не забиваемость, но просто такая, как пыль, то его очень удобно очищать таким вот образом. Обычно ковролин или что? Да. Абразивы идут мелкие, вот до 500-го зерна с шагом 100 шлифовали. А теперь у нас идет 800 следующее зерно.
видно чуть-чуть, да, но забиваем, все-таки абразив уже мелкий, еще раз говорю. Дальше мы берем 1200. Вот, кстати, про барашков, о чем мы разговаривали. Вот точки нарисованные, да? Это представим, как будто камушки, которые здесь находятся на этом листочке. Сейчас оборот поставлю поменьше. Включу машинку. Я могу тарелку из центра остановить рукой, потому что на какие продвижения раскручивается на противнике. Вот я остановил его, вот в диаметре, видите, 5 мм. Это не барашки, меньше барашек, тут, естественно, поверхность деликатнее получается, но производительность чуть меньше, потому что съем материала меньше. Здесь просто шланг. 1200, но попробуем эту поверхность нашу располировать. В принципе, можно шлифовать до 1500 зерна, следующий, который шаг. Но мы попробуем вот после 1200. Что удобно этой машинке? То, что тарелка меняется там, без каких-то специальных ключей. Просто зажали стопор, сняли тарелку. Эта тарелка была у нас мягкой, средней жесткости. Вот. Можно поставить жесткую, вообще обычно на таких материалах рекомендуем работать жесткую. И полировальная тарелка зеленого цвета. Она без перфорации. Берем пасту. Она без силикона, не вызывает аллергии, отстирывается от одежды, приятно пахнет. Если когда с пастами работали, то почти не пахнет. И пахнет фрукт. Все пасты, которые у нас есть, они сделаны так, что пахнет фрукт. Ставим такой вот материал, фетр, на эту машинку. И переключаем ее уже в режим принудительный на грубой шлифовке, когда будет у нас она вращаться. Немножко пасты. Я выдернул из розетки, сейчас через секунду будет вращаться. Если за машинкой начинаем делать полировку. Чем она хороша? То, что у нее такая есть возможность и грубых работ, когда нужно ободрать, зачистить, отшлифовать и отполировать. Но за эту универсальность мы расплачиваемся габаритами, весом, шумностью. Машинка такая шумноватая, ну, как бы вот некоторые, особенно первый раз, когда покупают, это очень шумно. Ну, что поделать. Да?